Порхающие бабочки завораживают своей легкостью и беззаботностью. Пяденица – представитель многочисленного семейства. Небольшие или среднего размера бабочки с тонким стройным телом и широкими треугольными верхними крыльями. Крылья цельнокрайние. На лбу торчащий пучок волос. Щупики имеют щетинистый волосяной покров и немного выступают впереди лба. Усики у самца и самки щетинкообразные. У самцов с короткими ресничками. У пяденец хорошо развит слуховой орган, расположенный на конце брюшка. Размер бабочки 14 мм. Размах крыла 23-28 мм. Крылья золотисто-желтые, с многочисленными черными пятнами, покрытыми желтой пыльцой и с мелкими черными крапинками на основании. Махромка покрыта кое-где черными, а кое-где желтыми пятнами. Пяденица пятнистая летает в мае-июне почти во всей Европе и России, в Восточной Сибири, на Кавказе, в Малой и Средней Азии. Нередко встречается на лесных полянах, живой изгороди и зарослях кустарников.
Бабочка активна днем. Полет слабый. Как правило, бабочки поднимаются в воздух только в солнечных лесах. Коричневые пятна на крыльях сильно изменчивы по размеру. Некоторые экземпляры выглядят почти желтыми или почти коричневыми. Название пяденицы получили благодаря особому типу передвижения гусениц, которые при этом изгибают тело дугой, как бы измеряя предмет пядью. Кормовым растением гусениц является яснотка, чистец, зеленчук, крапива и другие губоцветные. Зимой куколка в коконе, состоящем из земли и мха. Бабочки – это невероятно красивые существа, для создания которых природа не пожалела красок и узоров. Эти насекомые составляют один из самых объемных отрядов. Бабочки отыгрывают весьма важную роль в жизни лесов, да и всей растительности на планете. Уже повзрослевшие особи это крайне значимые опылители всех насаждений цветкового характера.